Гнездо, прием. Полный провал. Мы укрылись в замке, но нас с Орленком разделили. Повтори. Тебя. Гнездо, связь прерывается. Меня слышно? Да ради. Том. Алло, тут. Черт. Связь накрылась. Приветствую вас на канале Подтекст, с вами IQ Mercer. И мы продолжаем проходить ремейк Resident Evil 4. Как-то странно, Леон приложил пистолет к уху, как будто он собирался позвонить с пистолета, типа, блять, это не та рация. В общем, в предыдущей серии Эшли устроила 28 ударов ножом по Леону и скрылась. Она действовала наверняка. Ладно, это была шутка. Как вы заметили, я немного подкорректировал графику. Я убрал поверхностное рассеивание и размытие в движении. Она немного мыльца добавляла. А так, по крайней мере, движения четкие и нету мазни. И мне кажется, что надо будет еще настроить яркость. Так вот, где она? А, вот тут здесь. Во, примерно так пойдет. И, кстати, тут у нас есть рыбка. Это значит, у нас бесплатные хилки, и нас явно к чему-то готовят. А может, будет снова задание торговца? Ну, куда ж ты? Как хорошо, что нож не ломается при ловле рыбы. Прям ярый охотник на рыбу. Настоящий рыболов. Этот Леон. Только вопрос, а зачем надо было в такую водяную гладь? Там сколько там? И 10 сантиметров не найдется рыбу туда добавлять. Логика непонятна. Здесь слишком неглубоко, хотя... Не, почему? Нога проваливается, то есть где-то 10 сантиметров есть. Но все равно, откуда здесь взяться рыбе? Так. Я, по-моему, слышу звук статуи Салазара. Только искать я ее не буду. Слишком много времени займет на это. Ты предлагаешь мне налить бутылочку эля после тяжелого дня? Я не против. Привет. Я обновил ассортимент, друг. Правда? Так. Ключик мы продадим. Бархатистый цвет тоже продадим. Так, у нас появилась новая броня. Только нам не хватает. Ну-ка, у нас есть сокровища? Так. Сокровища вроде бы нет. Я, конечно, могу и докупить... Стоп. Нету. Стоп. Поцарапанный изумруд. Мне интересно, не того, что мы... Из-за того, что выстрелили, мы его испортили. Ладно, в любом случае мы можем его использовать. Мы можем его скрафтовать с чем-нибудь. Хотя не написано, что он как... Можно вставить. Не, тут не написали. Там не написано, что можно вставить в определенные сокровища. Его просто продают торговцу. Привет. Ладно, посмотрим. Что могу предложить? А, да, это задание торговца. Отлично. Ты профессионал. Ты молодец, друг. Еще получил 3 шпинеля. Отлично. Значит, можно купить...
себе нательную броню. Я могу и ремонт обеспечить, если что. Нас явно к чему-то готовят, учитывая, что в оригинале нас ждет красный фанатик, который с пулемета стреляет. Это было в оригинале, если что. Не знаю, как они переделают здесь. Что мы можем обменять? Что у нас появилось вообще? Мы любим разные травы. А, ну это то, что мы уже получили. Они и лечат, и калечат. Матильда. Они могут все. Нет. Товара нет, друг. Матильду я трогать не буду. Мне показалось, ли кто-то топнул. Ладно, пойдем дальше. А машина под лестницей? Не. К сожалению, статуэтки Салазары. О, патроны револьвера. Револьвера? Так, мы либо найдем револьвер, либо нам намекают купить бабочку. Она у нас есть, как бы, в этом. Она у нас есть у торговца, мы его можем купить, но, по-моему, ее можно и так найти. Что за винодельня? Прикиньте, они сейчас станут. Не, ну они реально похожи, как Dark Souls 3, вот эти вот черные в лохмотьях. Они что, покрыты этим, что ли? Они забальзамированы, что ли? Чё они такие? Это кошмар. Как будто заморозили. Ага. Такой реверанс и поклон. Надо будет посмотреть, а чё оно у меня... На удерживание. Мне как-то это неудобно. Надо все-таки поменять. Управление, приседание, удержание, переключение. Вот лучше вот так оставить. Во. Намного лучше. А что у нас по карте? Где-то здесь дополнительная цель есть. Так. Это надо назад разворачиваться. Ага, здесь закрыто. Mm-hmm. А так сюда не пройти. Ладно, может быть, какой-то обходной путь будет сюда вести. Блин, я что-то меня пугает. Чё они шепчут? Вот он. А у нас есть снайпа. Но у нас есть патроны. Мы можем их скрафтить. Мы не можем их скрафтить. Так, отнеси алое пламя. Глаз поветрия таится в огне и ведет к прозренной душе к спасению. Отнеси алое пламя туда, где ему положено быть. Так ты обретешь просвещение, и тебе откроется путь. Так. Тут, скорее всего, нужен вот такой же подсвечник. Фонарь, лампа. Блин, а мне обратно. Обратно нельзя забраться? Блин. А если мы перезагрузимся с автосохранения? Во. Отлично. Значит, можно вернуться к торговцу. Посмотреть, можно ли... Взять что-нибудь для патрон, может быть, там материалы есть. А и Б, неважно. Приветик. Привет. Да, но мне не хватает.
Вот один красный рубль продадим, как раз хватит. Запасаешься, пока можешь? Ты только там не убейся. Не убьюсь, не убьюсь, не переживай. Теперь скрафтим. Во, замечательно. Теперь все перезагрузим. Перезарядим, в смысле. Просто я чувствую, что вот подлянку мне не устроят. Так, сверху сокровищ, ничего такого нет. Этому уже записку читали. Блин. Обломали западню. Башка трещит. А почему башка трещит? Или этот фанатик на нас как-то воздействует? Как Садлер, примерно. Так, мы воспользуемся вот таким ножом. О, но. Вдвойне? Вы что, серьезно? Вы что, ёбу дали? Хуя вас там. А гранатки нет? Чувствую, что надо было гранату делать. Надо было гранату делать. Убегаем, убегаем, убегаем. Давай, ну... Теперь ясно, чего они нас так готовили. Отлично, еще и эти используют. Арбалеты. Блять. Он что, как босс, что ли? О! Чё, ничего не оставил за собой? Алый фонарь. А, они все прут и прут. Ну, рыбкой мы можем воспользоваться. О! Проклятие. Да уж, меня в такую ситуацию еще ни разу не ставили. Когда куча этих лесплагосов. Черт, моя броня.
Да, броня уже не выдержит сейчас. А, так она его отравляет? Или она отравляет, или она ему больше ХП снимает? А здесь у нас что? Блин, я надеюсь, что... Я надеюсь, что там сокровище будет. Ибо все патроны, которые я потратил, просто ушли впустую. То есть я мог пробежать просто в тупую. И забрать. Ладно, сейчас посмотрим, что мы там оставили, может быть. Что, ничего не оставил? Ни сокровища. Охренеть. Просто в тупую. Ну хотя бы писеты есть. А кстати, а где навистадоры? Не буду, конечно, спойлерить для новичков, но фанаты оригиналов знают, кто такие навистадоры. Ведь сначала должны были быть они. Потом орда фанатиков. Ну а потом уже и, собственно, вот эти толпа фанатиков с главарем красным. Так, мы вернулись обратно. Так, посмотрим по карте. Есть что-нибудь? Нет. Здесь ничего. Ага, то есть можно было обратно вернуться. Блин, здесь столько бочек, прям дали мне возможность все взорвать. А я взял патроны и расходовал. О, отлично. Зеркало. Так, я вспомнил, куда надо вернуться. Там же шторка была, за шторкой как раз и висел фонарь подвесной. Я не совсем помню, куда и откуда приходил. Чертова топографическая память. Вот это, по-моему, да. А, вот тут, наверное, сокровище должно быть. Хотя пишет, что дополнительная цель. А это что такое? Лампа, что ли? А, ну да. А, это просто дополнительная цель идет как срез. Или я не. Или я что-то не догоняю. Не. Здесь сокровище. А, наверное, здесь. Здесь и находится магнум. Так. Надо запомнить. Надо запомнить. Я не знаю, записать. Я лучше возьму и запишу. Напишу. Винодельня. Магнум. Ладно, а мы пошли дальше. У нас есть же патроны для дробовика? Нет. Только не говорите, что навистадоры будут позже, потому что вот эта локация напоминает мне, что мы сейчас будем проходить лабиринт. Вот тут и стой, Леон. Опа-на. Или мне пустить вход? Как ласково ты встречаешь после 6 лет разлуки. А
ты не удивлен. Забавно. В следующий раз бери нож. Удобнее в ближнем бою. Что ж, не дурно. Стильный прием. На кого работаешь в этот раз? О, Леон. Я не болтушка, ты же знаешь. Брось ее. Ей и так конец. А уйдешь сейчас, и кто знает, вдруг доживешь до следующей встречи, и она будет такой, как тебе хочется. Думаешь, я отступлюсь так просто? Ну да. Продолжим эту беседу в следующий раз. Я вообще не понял фразу «А не уйдешь, она будет такой, какой ты захочешь». Это звучит так, как будто это какое-то начало порнофильма, что ли. «Она будет такой, какой ты захочешь». Хм, похоже на какой-то механизм. Значит, здесь у нас идет загадка. Так, здесь у нас что? Литографическая пластина? Ее надо забрать где-то. Или это... Где у нас литографическая пластина? А, вот она, да. И где-то была головоломка. Так, стена с четырьмя углублениями. То есть это здесь. Ага, значит, еще нужны две такие. Бархатный самоцвет. Бесполезно, но, в принципе, пригодится. Какие красивые люстры. Даже цвет под Los Illuminados. Чувствуется, что здесь нас ждет лабиринт. Вопрос, нахер нам акцентировали на этом окне? Как будто мы должны выбраться отсюда. А куда нам тогда? А, мы просто ищем. Значит, и еще один. Еще одна литографическая плита должна быть. Дорогостоящие часы. Потом посмотрим, можно ли их скастовать. Ну, в смысле, скастовать. Прокачать. А... Или я что-то не понял? А, я, кажется, понял. Вот здесь у нас должна такая плита стоять. Броня здесь. А что я не так делаю? А, стоп, ее же развернуть, наверное, можно, да? А так что, придется гадать, что ли? А, или все надо повернуть? Не догоняю.
Угу. Может так? Или так? Не, ну вот это точно вот здесь должно стоять, потому что тут стоит подсказка. Щит тогда здесь. Угу. Чё, нет, опять не то. А, наверное, щит не тот. Ой, чувствую, что застряну на этой головоломке. Так, здесь стоит справа два прочерка. Но здесь все правильно. Здесь стоит квадрат. Здесь может быть и такой. Да чё за дичь? Может, это должна быть черной стороной? А, я, кажется, допер. Это стоит красной стороной. Это стоит черной стороной. Но здесь два меча, поэтому... Вот это здесь стоит, а это стоит здесь. Но здесь надо развернуть вот так. Во! Наконец-то допер. Вот так вот. Ну, Тури, блин, что за Индиана Джонс, блин? Или Лара Крофт, ладно, блин, с этими загадками. Книжка. Иллюминадос 3 и 2. Слушай звук, эхом звучащий в горах. Камни обратились в пыль, и стены замка рухнули. Рухнули, сказал. Взгляни на багряный оттенок вечернего неба. Река оскверненной крови загрязняет море. Пожертвуй собой и кровью врага своего, искупи свои давние грехи. Господи, я как будто проповедник. Угу. Часть локации напоминает реально Village. Потому что вот этот вот козел, я помню, был частью загадки. Да тут много чего переняли из замка. Даже винодельня. О, супер. Здрасте. Они же могут быть еще невидимые, да? Маленький ключик. Пока. Там как раз маленький ключик нужен для этого. Для ящика. Вот здесь был. Медные карманные часы. Было бы смешно, если можно было с роскошными часами сместить. А вдруг? Объединить.
А, нет, только эти надо вставлять самоцветы. Ага, нужен либо берил, либо не берил. Крысы? Хотите сказать, что я должен снова против крыс сражаться? Не, если я найду задание, то тогда пожалуйста. Но броня нас не спасет от кислоты их. А это не Навистадор. Черт. Что за дичь? Так, ни хера не весело. Земле. К земле. Все правильно, к земле. Значит, это не Навистадоры. А я думал, что Навистадоры. Ладно, значит, нас пока Привет. Готовят не к этому. Приветик, я Привет. Так тебе долго ждал. Я продаю много отличных. Давай, короче, товаров. Мне улучши. Почини мне бронь. Сколько? Твое оружие в надежных руках. Вы Беленов объели, что ли? Отлично получилось. Ну давай. Драгоценный, спасибо. Что, это все? Почини мне броню. Осторожней с этой вещью. Это тоже Славная продадим. Сделка. Что можно еще улучшить, чтобы не пожалеть? Если хочешь остаться в живых, улучшай свое снаряжение. Итак, чем я могу тебе помочь? Я думал, сначала он скажет. Если ты хочешь остаться в живых, постарайся Мы не умереть. Разные травы. Они... Приходи в любое время. Я вначале подумал, что там наверху дракон стоит. Пожалуй, мы, наверное, на этой серии закончим. Так что ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи, ребята. Всем пока.